Первая курица по-баскски в 4 года, суфле в 5. Он полон идей, мои кулинарные способности не ограничены. Которые негде воплотить. Дрожь, еще у нас придорожное кафе. Основные блюда — стейк с картошкой фри, сосиски с картошкой фри и колбаски с картошкой фри. Доброе утро, шеф! Здравствуйте, шеф, доброе утро! Здравствуйте, благодарю. У него полно ресторанов? Нет, не пойдет. Нельзя это ставить в весеннее меню. Но не осталось идей. Я не могу ничего придумать, как раньше. Тебя уволили 4-й раз за месяц? Они меня не понимают. Вообще. Потрясающе. Кто это приготовил? Видишь маляра за окном? Маляра? Жду завтра в 8 в ресторане. Ты опоздал. На 2 минуты. Я и говорю, ты опоздал. Куда мы едем? На площадку, у меня съемки. Без лучка было бы гораздо вкуснее. Заткнись. Творец здесь только я. Счастливо оставаться, месье Лагард. Потеряешь звезду? Разрываем контракт. Мне конец. Знаю, есть вариант. Пробуйте. Когда перестаем жевать? Когда ничего не останется. Жан Рено. А Сирил Босс? Может, сходим к нему в ресторан? Меня каждая собака знает. Коничева. Микаэль Юн. Спагетти с зубной железой. Я скрестил сегодняшнее блюдо Александра со вчерашним соусом Александра. Да, но Александр просит больше не скрещивать одного Александра с другим. Шеф. Да я знаю, как работает Александр. Но Александр — это я. И чё? Какая разница? С 19 апреля в кинотеатрах.